Асоло, но он сегодня очень мобилен, очень старателен, один из самых активных в составе команды Колина Лопетеги. Хорошая передача из глубины поля в исполнении Фреда на Алексиса Санчеса в свободную зону, но чуть-чуть сильновато она получилась. На обратный пас, и этот обратный пас мог бы состояться, если бы не один из центральных защитников Манчестер Юнайтед, который и руки на соперника. И все. На этом глохнет атака Манчестер Юнайтед. Никакого. И Лунина. Будем считать, что эти аплодисменты также и украинскому голкиперу адресованы. Ну а это Борха Майораль выходит на поле. Андрей Лунин. На испанский язык. Хороший перевод. Канцело. Канцело. Удар Лунин. Лунин вступает в игру. У него очень хорошая реакция, который хочет себя очень проявить, много движения, старания, момент, это к Елине не забивает. Как разыграли-то, да? Там Фернандес Леандро Фернандес, он с ПСВ перебрался в Ювентус. Он клиент Мино Райолы. Говорят, один из самых талантливых его молодых клиентов. А мы знаем, что Райола обычно поговаривают будущее звезда европейского футбола. Да, даже вот в таких простых моментах, ничего не значащих, Винисиус очень хочет себя показать. Дешильо. Мы в самом начале говорили, если Ювентус выиграет в основное время, конечно, такой задачи никто не ставил, главное подготовиться хорошо. Но если бы Ювентус выиграл в основное время, то он бы вышел на первое место. Лунин! Его опередил маленький совсем Фаджоли. Нардески. Хорошо стоит копать Бернардески. Передача неплохая. Удар по воротам. Это, если не ошибаюсь, кнопка этого матча. Сумеет ли снова сухой матч провести Андрей Лунин? Какая реакция, да? Тяжелейший мяч. После просто невероятного количества людей, которые находились перед Луниным, но Андрей действительно себя проявил. И подача, удар Ругани. Ушел он от Регильона. Угловой, да. Угловой, да, от головы игрока мадридского Реала мяч поле покинул. Лунин ошибается, Андрей. Канцело запоздал с передачкой, мне кажется. Хотя нет, сейчас прошел пас. Бернардески, удар, рикошет. Фаджоли мяч подбирает. Варианты есть играть на втором этаже у игроков Ювентуса. Нет, бьет. И в перекладину попадает. Ничего себе, Бернардески.